Приученные не бояться ни воды, ни огня, ни звуков битвы черкесские лошади, словно птицы из опаленного войной гнезда, летали над полями сражений, грудью встречая пули, предназначенные их хозяевам. Среди национальных символов черкесского этноса выделяется символ воина-всадника. Лошадь для черкеса – верный спутник и друг на пути чести и славы. Черкесская лошадь – воплощение многовекового опыта черкесских коневодов, творцов этой уникальной породы. Ныне она известна всему миру под именем кабардинской –